Привет, друзья! С вами Владимир Шемит и моя супруга Марина Шемит. Привет! Ну что, друзья, сегодня 28.04.2021 года, и мы собрались в новое путешествие. Правда, не всей семьей, а только моя супруга отправляется для вас в Каппадокию, чтобы показать вам самую полезную и важную информацию по данному направлению. Да, Марин? Что ты покажешь? Ну, наверное, разберемся, что же это за место такое, что за курорт, что там посмотреть, чем он отличается от каких-то других мест. Ну и самое интересное впереди. Ну и как это все сделать максимально выгодно туристам, потому что есть в этом направлении некоторые нюансы, которые туристы должны знать. Как это сделать дешевле, выгодно и интереснее. Все это вам покажет уже моя супруга на месте, именно из Каппадокии. В принципе, всю информацию, которую она будет для вас собирать, показывать и систематизировать, будет в группе форум туристов. Да, Марин? Ссылку в описании под этим видео найдете на эту группу. Будет там фотоотчет особенно и какие-то небольшие видеоматериалы. А ролики уже, конечно, будут тогда, когда моя супруга вернется. Вернется она 2 мая из Каппадокии в Харьков. В общем, прилетит на прямом чартерном рейсе. Кстати, эти чартерные рейсы есть и из Киева. Поэтому, ребят, это самый удобный и выгодный вариант для того, чтобы посетить это направление. Да. Разберемся. Кроме того, друзья, уже завтра в Турции начинает действовать очень жесткий локдаун. Туристы этого очень боятся, но зря они этого делают, потому что этот локдаун касается только местных жителей и туристов, которые имеют право на проживание в Турции, но не туристов, которые посещают Турцию с целью туризма. То есть именно туристы, которые купили тур, либо прилетели там на несколько дней, и у них есть забронированный отель, эти правила локдауна туристов не касаются. Но, чтобы знать точную информацию, как же будет работать этот локдаун, Марина будет разбираться на месте и все вам это показывать. Разберемся, посмотрим. И на отдых это никак не влияет. С одной стороны, даже, мне кажется, лучше. Меньше людей, меньше столпотворений. И больше красивых фото. Без поп на заднем фоне. Поэтому, друзья, умейте правильно использовать нестандартные ситуации в туризме. Кроме того, друзья, еще что хочу сказать за хорошую новость о том, что появилась услуга от Монобанка. В принципе, это было и раньше, но именно в туризме это было сложно реализовать, но мы это тоже реализовали. У Монобанка есть услуга покупки частями. Это очень удобный сервис для того, чтобы не платить всю сумму за путешествие сразу. Собственно говоря, мы это все сделали. Теперь эта возможность есть у всех наших туристов. Соответственно, и супруга этой возможностью воспользовалась для оформления этого тура. Кроме того, как раз на ней мы все и испытали. Это очень удобно, очень легко. И вам не надо даже выходить из дому, чтобы оформить ваш отдых либо путешествие с помощью этой услуги. Поэтому, ребят, если у вас еще нету карты Монобанка, в описании будет реферальная ссылочка, по которой вам нужно скачать приложение, установить на ваш смартфон, и тогда вы получите 50 бонусных гривен на ваш счет, которые вы можете использовать уже, собственно говоря, на покупку любого товара, либо чего вы там покупаете с помощью ваших банковских карт. Поэтому, ребят, обязательно регистрируйтесь в этом приложении, скачивайте это приложение, ссылочка будет в описании к этому видео. Марин, ну что, собственно говоря, мы рассказали, что вас ждет, и, в принципе, уже осталось 2 часа до времени вылета. Сейчас моя супруга уже отправляется в аэропорт, я ее проведу. Пожелаю ей хорошего путешествия и отдыха. Ну, а вы не забывайте подписываться на канал, потому что Марина будет стараться сделать
максимально интересные видео и фотографии, которые принесут не только пользу, а возможно вас еще и удивлять чем-то. До встречи! Пока-пока!